Ну что, друзья, попробуем прочистить микрофон у BlackBV 8000. Как выяснилось, за длительное время Лёшки он у меня тут засрался малость. Даем размокнуть. Средство, сразу говорю, это несложное. Вот такая вот бодяга. И как только он размокнет, я надеюсь, оттуда вся эта бяка легко и выколотится. Так, камеру пока переставлю. Это я сквозь лупу показывал. Я надеюсь, сейчас и так видно, без лупы. Хотя хрен его знает. Пока он набухает, я вожусь с камерой. Во, нашел положение. В принципе, и так уже видно, что всякая кака начала вылезать. Осталось туда дунуть, и все должно уйти. Ну, по крайней мере, чище стало в разы. Вот, показываю. Я надеюсь, все видно сейчас. Во. То есть, по крайней мере, отверстие уже видно. А до этого отверстия было почти не видать. То есть, прошлое видео у меня показывало, как это делать жестким методом, перекисью. Сейчас более пассивная жидкость, но более длительный метод. То есть, мы ее туда псикаем, даем набухнуть всякой гадости, а потом ее оттуда удаляем просто воздухом. Но сильно компрессором там еще чем-то нельзя. Может быть, хана. Извините за грубое выражение. Ну, а теперь, простите, уже без всяких там купюр. Ну, в общем, я думаю, видно, что отверстие уже полностью видно. То есть аж до мембраны. Там дальше мембрана. Вот до мембраны отверстие есть. Если вам нужно, извините за грубое выражение, как у кота яйца вышлифовать, ну тогда все-таки перекись. А так, в основном все вычищено. Мембрану видно. Дырка, короче, есть. Так что просто средство для чистки очков, как его называют некоторые. Сейчас отъеду. О! Очень даже, оказывается, хорошо убирает из отверстия микрофона всякий шлак. Все. Если кому поможет, ну, нажмите сердечко или палец вверх. Кто как. Всем пока.